18 мая, РИА Новости. Организация Красного полумесяца ОАЭ отправляет 3 судна с гуманитарной помощью на Йеменский остров Сокотра, сообщает в пятницу Эмиратское информационное агентство ОАЭ. Первый транспорт с 538 тоннами гуманитарной помощи уже прибыл на Сокотру, еще два отправятся из ОАЭ в течение двух дней. Отмечается, что стоимость первой партии груза составляет около 2 миллионов долларов, и она приурочена к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Накануне власти ОАЭ заявили, что за последние три года оказали Йемену помощь в размере почти 4 миллиардов долларов, из которых четверть – это гуманитарная помощь, а остальное – инфраструктурные проекты.